Всем привет, это канал Полезные Самоделки, и сегодня мы займемся подделками. Мы сделаем самодельный совок для уборки мусора из этой пластиковой бутылки. Начнем. На лопату похоже. Пошли пробовать? Все. Сколько это? Как ты думаешь, до магазина и обратно, сколько там бензина надо? Ну, вот у нас получился вот такой вот совочек. Два шурупа, канистра. В общем, бюджетный самодельный совочек. И функционирует. Вот. Все, вот что. Все подписывайтесь там, ставьте лайки. Что, вот совочек. Делайте совочки. Не надо платить деньги. Все, всем пока. Пишите в комментариях свои идеи для новых видео.